Про видео. Видео мое любимое. Очень-очень мы все любим видео. К видео большущее внимание сейчас, потому что, конечно, все-таки это новый компонент в обучении. Несмотря на то, что на самом деле есть некоторые статьи, которые упоминают видео, создание видео как элемент обучения там в 60-х или то есть очень давно, когда только появились видеопроекторы, и тогда использовали как-то видеоэлементы уже для обучения. Но по факту это все еще для многих новый элемент. Когда же мы видим, что видео создается для всего, на Ютубе люди записывают блоги, и видео уже совсем для многих не новый элемент, но все-таки. И я бы хотела именно со стороны Flip Classroom сказать, что видео может быть очень хорошим элементом для подготовительной части, и видео по результатам исследований является более эффективным элементом для подготовительной части, и который вовлекает студентов намного больше, чем тексты, например. Но тут же опять мы говорим о каком видео, то есть в каком формате, какой длина, да, как длительность. Вот. Но здесь я хотела вам показать, наверное, классическую, если вы знаете, Bloom's таксономи. Bloom's таксономи используется для вообще описания всего процесса обучения. И вы можете увидеть, что внизу пирамидки находятся самые базовые способы как comprehension, я не знаю, как это по-русски сказать, но, в общем, находятся самые базовые части, и наверху уже находятся самые продвинутые части. То есть все-таки мы стремимся к тому, чтобы мы могли в студентах развить способности анализа, оценки и создания чего-то, да. Но для этого сначала им нужно понять информацию, применить информацию. То есть вот так вот идет весь цикл как бы обучения. И вот что происходит в перевернутом классе? То, что мы в классе не тратим так много, если мы посмотрим на эту вообще пирамидку с точки зрения количества времени, что обычно в традиционном классе мы тратим на лекцию, то есть это remembering и understanding, самое большое количество времени, тогда же, когда analyzing, evaluating, creating, это чаще всего как homework, и получается, что на это времени с учителем у человека не хватает, на именно самое развитие способностей, на самые сложные элементы. Когда же, что у нас получается в Flipped Classroom, то, что мы тратим меньше времени на remembering и understanding, то есть мы делаем всю часть, когда мы делимся знаниями до, и мы не тратим вот 45 минут внутри. У нас есть 45 минут вместо этого, вместо лекции, у нас есть на то, чтобы понять, применить эту концепцию, проанализировать, что у нас получилось, оценить и приблизиться к созданию чего-то. И все это с участием ментора внутри, то есть учителя, ментора в какой-то степени. Flip Classroom и является тем, что профессор как бы перестает быть по-английски, есть такой термин, как sage on the stage, и становится больше ментором и адвайзером для студентов, и помогает им решать, гайдом, может быть, помогает им решать проблемы во время занятия. Именно, не давая, да, то есть проблема же возникает в чем? Недостаточное количество времени на групповую работу, на занятия, из-за этого нам приходится давать домашнюю работу, а в домашней работе студенты, получается, остаются одни, и они не могут взаимодействовать с преподавателем так же, как ты можешь взаимодействовать, анализируя или применяя концепцию во время занятия. То есть вот про это я могу скинуть больше материалов,
Но, в принципе, вот эта интересная трансформация, если кто-то знаком с блумсактонами, если нет, то почитайте, пожалуйста, это очень базовая педагогическая модель, на которую ориентируются многие для создания своего класса. И давайте перейдем к следующему. Я объясню, что это такое. То, что контент, если у вас есть материалы, то есть вы профессор, например, у вас есть материалы, у вас есть много лет экспертизы, гарантирует вам successful flipped classroom implementation. То есть это гарантирует вам, что вы сможете очень успешно внедрить перевернутый класс. То есть вы, например, преподавали 20 лет, у вас есть материалы, у вас есть экспертиза, вы великолепно преподаете, держите аудиторию, и вот вы решили перевернуть свой класс, сделать в новом формате. И этот стейтмент именно говорит о том, что это гарантирует вам успех в перевернутом классе.